почти уже. Вот так. Отвечай, отвечай. Я не беспокоюсь, его только на раунд хватит таких. Отвечай сразу. Вот да. Вот, молодец. Итак, продолжается у нас раунд номер два. Это, по-моему, единственная пара, которая вышла без защитного шлема. Действительно, смелые бойцы, смелые ребята. Продолжают нас боксировать во втором раунде. Аккуратненько стараются пристрелиться друг к другу и работать на дистанции профессионально. Вот, хорошо, руки держи. Вот, молодец, руки собери. Маши еще, бьет больно. Давай, 10 секунд, дорабатывай. Двигайся. Вид поживее сделай тут. Так, видимо, спортсмены хранили все силы на третий раунд. И вот сейчас пошли в откровенную рубку буквально. Прямо с первых секунд. И пытаются друг другу уже зацепить и пытаются выцелить лицо и голову оппонента. Вот так. Отвечай. Работать надо, Илья. Итак, продолжается наш раунд. Отвечай. Ответ. Еще ответ. Только низко будет. Хорошо. Так, молодец.
Осталось, работай. Отвечай, 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 Илья, отвечай! Давай, 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 работай, работай! Вот, хорошо, подвигайся, подвигайся, поработай. Чуть-чуть, 10 секунд, доработай, Илья, все, 10 секунд. Давай, 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 10 секунд, Илья, ты не дорабатывай, давай, давай, давай. Дорабатывай, давай. Итак, это был третий. Итак, победу в этом бою единогласным решением судей одержал боец в красной майке Почаров Никита, клуб «Алга», город Казань. Итак, престижные награды вручает вам прямо из первых рук. И обязательно памятное фото на память и дипломы участников. А между тем я объявляю пару номер 8. Залиляев Мурат, клуб «Бокс», город Казань. Будет он находиться в черном углу и в красной майке.